Ребята, всем привет! Как и обещал, будем делать три квеста. Вот, напоминаю, первый квест на Super Brains. Надо А+ получить отметку. Этот за 20 секунд или меньше, по-моему, не помню. Посмотрим, я не знаю, может быть не получится. Так, надо поговорить, сразу туда бежать. Окей, окей, окей. Так, так, так. Нажимаем кнопку. Блин, я не помню, как там было, честно говоря. Видите, не убил одного. Наверное, я не смогу сделать. Да мне А+, наверное, не дадут. Я очень медленно. А-, блин. А как же за 20 секунд это сделать? Мне просто не понравился. Мне кажется, обычным... Сейчас поменяем. Мне кажется, обычный быстрее бегает. Мне такое ощущение, что он быстрее. Так что приоденемся. Вот смотрите, он как-то медленно бегает этот. Или надо было двойку нажимать? И вообще вот так вот их убивать, а? Я не знаю. Давайте попробуем обычным тогда. Сейчас я сразу почувствую. Да, по-моему, то же самое. Я прям не скажу, что он быстрее. Можно вот, конечно, третью скилл было использовать это время, как бы экономить. Но раз есть квест, значит, можно так сделать. Давайте попробуем. Просто потренироваться надо. Я особо в Супер Брейнсом-то и не играл. Ну вот единицу вообще нет смысла использовать, это полный бред. Тройку можно, то есть мы делаем первые цели, сразу тройку. Ой, я там погибну. Сразу тройку, чтобы быстрее перебежать на другое место, тогда может и окей. Ладно, погнали, второй раз. А, я еще не успел в начале цели быстро уничтожить. То есть там кучу времени потерял. Там реально вначале убиваем, потом тройку, потом туда. В общем, и двойкой, может быть, мы все там за... А, да-да, двойкой можно зачистить. Так. Так, использовали все как надо. Блин, нельзя. Давайте рестарт. Окей, я понял. Двойку нет смысла использовать. Но было все вначале нормально. Сразу сюда. Так, бежим, бежим, бежим. Так, этого, этого, этого. Чисто. Так, бежим, 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 бежим. Второго, третьего, четвертого. А где еще? А что такое ранг S? А, то есть это нормально было. Но я помню, 19 чем-то у меня секунд был рекорд другим каким-то классом. Окей, можно сделать, короче. Можно было, наверное, электрическим то же самое. Просто я начало было у меня тормознутое. Sunflower, окей. Значит, мы идем домой. Переходим за... Где у нас тут переход-то? Переходим за растения. Берем подсолнух и делаем этот же квест. Только не Metal Sunflower. Metal Sunflower, он самый медленный. А, так, переодеваемся. А, розой тоже можно. Да, давайте. У нас огненная роза. Пойдем ей делать. Что такое? А, это уже было. Этот квест я делал уже. Или я на PlayStation 4 делал, не помню. А, я вам, наверное, не показывал. Там какой-то квест надо было сделать, и получаешь 3 бакса скидку на какой-то там йогурт. Какая-то ерунда. Ух ты, смотри-ка, как повезло-то. Видите? Просто вот в таких местах даже можно смотреть. Мы не замечали, мы здесь 100 раз проходили, но вот, как видите, не везде пособирали. Кстати, вот здесь я еще не был сверху, может быть, и здесь есть. Вернее, я тогда был, у меня просто квеста не было. Вот смотрите. Может, здесь гном где-то есть, раз он тут прям написано.
про него что-то. А, я же забыл, что я... Что-то перезарядка сразу-то. Ладно, пошли. Делать квест в первую очередь. На-ка, где квест-то? Квест нам сюда. По-моему, она быстрее бегает, правильно? Вот когда вот так вот. Поэтому я и ставлю этот режим. Там с другой стороны где-то еще в это вход. В канализацию, чтобы не обходить так прям далеко. Да, как крузы-то делать? Но она хоть быстро бегает, то есть, ну, примерно вот так вот. Хоп-хоп-хоп, потом перезарядка. Хоп-хоп-хоп. Не, нормально можно сделать ей. Сделаем сейчас. То есть халявные квесты, почему-то так получилось, что три квеста вот именно этого всего. То есть они быстро делаются, вот видите, буквально пару минут. Заходим сюда. И сейчас быстро. Все, перезарядочка пока у нас, мы сюда идем. Мы сразу перезарядку кидаем. Ребята, ну что такое? Ладно, заново. А почему-то не попал я. Попытка номер два. Здесь все у нас идеально, как бы. Ну, как и надо. Там почему-то у нас... я не попал в того... Идем сюда. А плюс. Окей. То же самое практически, что и тем персонажем. 20 с чем-то. Но у меня рекорд был 19, но это не важно. Тут буквально мгновение. Так, идем обратно и берем Sunflower. И делаем им этот же квест. Переодеваемся. Так, что у нас там? Какие сегодня классы бесплатные? А, у нас что-то написано. Так, 19 июля. Так, какой это сегодня у нас? 19 апреля, да? У нас сегодня 17. Значит, в среду будет у нас с 7 утра до 11 утра недоступно. Возможно, какие-то обновления будут вводить. Опять это ерунда. Ну, окей. Меняем... Так, подсолнух. Какой будет у нас подсолнух? Стаффи флауэр, давайте. Няшный самый подсолнух. Он слишком няшный. А, так, ну давай тогда возьмем квест. Что тут там? Yes. Challenge. Что делать? Это может другой квест? Я не помню, что там было. В прошлый раз какая-то ерунда. Ага, надо донести куда-то йогурт до того... А, точно такой же квест был. До того, как... А, тут дают дополнительную скорость. Неважно, каким классом делать, тут скорость дают. Окей. Там только, правда, зомби потом будут. Они убивали, по-моему, меня. Кто это по мне так... Серьезно меня стрелял. Заморозка. А, это турели стоят. Я зафейлил, да? Или у меня есть время еще? Надо обратить было внимание на них, они морозят. Ну ладно, это, наверное, не этим классом. Лучше делать у кого нормальный урон. Пойдем так. Я после этого сделаю. А вот, кстати, у нас какой-то... Квестик-то есть, да? Я, наверное, его делал уже. А может, нет. Ну, сюда только горохометом, наверное, запрыгнуть можно. Или там лестница с другой стороны. Давайте посмотрим. Ну, тут есть лестница. А, смотрите, что я нашел. Опа. Так, отойди от меня. Это радугой стреляет. Этот подсолнух. По-моему, здесь он был, да? Наверх. А что надо сделать-то? По-моему, я делал его. Просто кого-то убить надо будет. Да, Painters. Это... В общем, он нам рассказал, что есть какие-то граффити. И хулиганов надо наказать. В общем, они покрасили город.
А нам надо разобраться. Так. Кто? Откуда? Что это было? Это как раз пейнтер. Покрасщик. Инженер такой. У меня хорошее положение. Они не знают, как сюда попасть. А у меня сверху еще подсолнух стоит. Я лечиться могу. Они даже по мне не попадают практически. Четверых сделал. Время заканчивается, но мы успеваем. Того почти добил, но он убежал. Да, урон, конечно, стрёмный у этого персонажа. Смотрите, как трудно попадать. Ну, хоть лечение есть. Он глушение, кстати, хорошо кинул. Просто оно слишком высоко улетело куда-то. Так, у меня нету времени. Пятый левел. Какой девятый? Все. У нас появился апгрейд на этого персонажа. Так, нам надо... А вот я нашел, куда можно, наверное, войти тоже. Через этот проход, да? О, смотрите, у нас реворд. Прикиньте, это... А, здесь, наверное, эти квесты можно хоть каждый день делать. Постоянно какие-то награды, я так понимаю. Сделаешь еще награды, наверное, дадут. Или только первый раз. Напишите, пожалуйста, кто знает. Стоит эти квесты искать каждый день и делать? Или там награда все равно одна и та же? Ну, в смысле, один раз первый. А дальше награды нету. Ну что, идем. Ну, я здесь, я думаю, нормально сделаю. У него много патронов, как бы. Стрелять удобно. Сколько патронов-то? Тем более я уже выучил, где все находятся. Да, 19-19. Еще быстрее сделал, чем за других. Тут теоретически 18-17 можно, секунд, наверное, 16 даже. Ну что, сделали квесты. Что дальше делать-то? Давайте подумаем. Каким классом можно сделать этот квест? Наверное, цитроном, а? Давайте цитроном сделаем. Цитрон сделает квест цитрона. Ну так и надо, на самом деле. У него большая скорость будет дополнительная. Я думаю, тут можно просто пробежаться или все равно заморозить. Давайте проверим. У него хоть много здоровья, вот в чем прикол еще. Здоровья много. Сейчас у него будет двойная скорость или нет? Кого-то я убил, такой звук был. Цинь, типа я убил кого-то. Так, идем сюда, сюда. Ну, пока все круто, но вот они пытались меня заморозить. Я видите, у меня уже заморозка на мне. Соответственно, кто-то стрельнет, и я замерзну полностью, да. Не, я замерз, но у меня здоровье прилично, так что продолжаем. Ой, что я делаю? Там же единичка есть суперскорость. О! Что-то я сразу не догадался. Ну и все. Победа. Я уже этот квест делал. По-моему, на PlayStation 4 или на компе. Ну, в общем, даже, по-моему, видео попало. Или нет. Ну, просто говорю, что это я уже видел. Точно такой же квест был один в один. И да, они дают там типа скидку, которая на 72 часа действует. Но это все ерунда, я ее использовать не буду, эту скидку. Frozen йогурт мне не нужен. Это тупо реклама в игре. Заплатили они Electronic Arts, чтобы они вот такой квест добавили. Ну, смотрите, один Sunflower остался. А, смотрите, горохомет это у нас все. Нету плюшевого горохомета. Это просто, походу, просто такая одежда, наверное. А может он легендарный и не считается, что здесь, не знаю. Там один, тут два, тут два, да, чемпера. А какой второй чемпер, интересно? Ейти и что-то еще. Кактусов нету, видите, кактусы все. И вот один, одна кукуруза, которая практически скоро будет открыта у нас. В общем, подсолнух один. В общем, все скоро откроется, на самом деле. Не так уж много тут осталось. Интересно, тут на крышу можно запрыгнуть? Там что-то есть интересное или нет?
Так, надо ж пак открыть. По-моему, можно открыть пак. У нас же появились... Да, а нет, не хватает. За эти квесты не давали много монет. Не хватает. Ну что, давайте тогда сыграем... А, посмотрим квесты и по какой-нибудь режим посмотрим, что можно сыграть. Мультиплеер. Так, Team Vanquish можно сыграть. Vanquish Confirmed. Team Vanquish. Даже эпический квест есть. Эпический квест. Team Vanquish, да? Team Vanquish. Это просто троих надо убить без смерти. Это можно сделать. 3 Vanquish Confirmed. Это другой режим, я его не беру. Пойдем Team Vanquish играть. Мультиплеер. Team Vanquish. Напоминаю, что это режим растения против зомби до 50 фрагов. Довольно-таки быстро игра идет, там 5-10 минут. Быстро-быстро, реально. Все быстро. Тан-тарам-пам-пам-пам-парам-парарам-парам-пам-пам. Победа. Или проигрыш. Давайте посмотрим, кто же победил-то. Супербрейн слетает, прыгает тут. Победа за зомби, окей. Сейчас дождем следующей игры. Что игру нельзя выбирать, видите. Мы можем просто нажать, и она присоединяется к какой-то игре. И такое часто бывает, что присоединяешься, уже игра закончена. Не знаю, зачем разработчики так сделали. Можно было сделать, когда счет примерно уже концовочный, чтобы новые игроки вообще не заходили. То есть там буквально пару минут остается, зачем, чтобы какие-то игроки заходили, непонятно. Кстати, вот этот чувак тоже, как и все читеры, видите, написано у него DSKD Valon. То и только у него 10 ранг, то есть не 50, то есть нет взлома или что. Но у них таких полно, вот читеры все с таким никнеймом, тегом. Не знаю, что это значит. Можно в интернете поискать, что это такое. А, так, 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 надо электро. Давайте тогда электриком будем играть. Сколько народу? Нормально. Так. Но их мало на самом деле. Растений нету практически. У нас преимущество. Вот подсолнух вижу. Как я его убил? Ну, его кто-то, по-моему, убил уже до меня. Так, тут ловушки везде, да? Чемпер. Убили, да? Ревайв. Это обязательно надо делать, потому что фраг тогда у растений меньше будет. На один фраг. Но он не захотел ревайваться, он реснулся. Нажал кнопку. Респауна. Так, у нас есть инженер. Тоже такой же, как и я, кстати. Ассист дали. У меня, кстати, на ассист тоже же квест. То есть, пофиг. Просто играйте, можно сделать этот квест. Так, кто-то его добил. Даже ассист не дали мне за него. Хотя я по нему попадал. Ладно, погнали наверх. Здесь кто-то есть. 9-й левел уже. Так, добили. А почему я квест не сделал? Написано было трипл. Get triple. А, три раза надо по три, окей. То есть я сейчас делаю один раз. Потом, когда меня убьют, серия убийств слетит с меня. И надо еще два раза так же. Ой, как им не повезло вообще. Но они еще держатся, у них прям не так много фрагов.
А мне казалось, здесь кто-то был. Нет? Никого не было. Я по нему стрелял, но почему-то не попадал. То ли урон просто не отображался. Вы сами можете просмотреть. И как такое может быть? Я возле него стрелял очень близко, но урон не отображался. Ну, ничего, зато я умер, и можно снова троих убивать для квеста. А где он делся, кстати? Упрыгал, что ли? Ускакал куда-то? Непонятно. Вроде был тогда возле меня, а потом куда-то исчез. Плохо сыграл я, плохо. Надо сдалека стрелять, нельзя прям так близко подходить именно моим персонажам этим. Я слишком близко был. Ну и ничего он мне не сделает. Я специально двоечку нашел. Ну где урон, ребят? О, пошел урон. Ну сразу не было как-то. Типа я не попадал. Поэтому я и говорю, что тут странно было с уроном отображения. Может быть, задержка какая-то у меня с интернетом. Так, 36 на 16 на счет. Ну что, ты хочешь меня так убить? Прыганием вот этим. А, чемпер. А я, кстати, не погиб. Хо-хо-хо. Вот это прикол, да? Не съел он меня. Но все-таки добили. Слишком много их тут было. Что там по квестам? Сколько мне ассистов еще надо сделать? Все могу сделать вообще много квестов, теоретически. Реально уже сундуков-то нету, на что тратить нам. На что мне тратить звезды. Поэтому буду 200 копить уже. Это моя основная задача будет. 48 на 20, тут сейчас уже победа, все. Ну, по количеству игроков у нас было больше зомби. Это первое. Второе в начале было вообще огромное преимущество у нас. Их было очень мало. Окей, первая победа. Там надо 3 игры, по-моему, сыграть, да? Или что там? Сейчас квесты почитаем. Там эпический еще квест был. Опа, первый килл у меня на 47 секунде, смотрите. Уже приятно, что я в топе хоть каком-то. 10 киллов, на самом деле, неплохо, видите. Если бы меня меньше убивали, я мог бы на первом месте быть. То есть нормально. Сыграл хорошо. Давайте пак открывать. Раз, давай. Что у нас будет? О, одна наклейка, 523, вот видите. Здесь осталось нам. Можно будет поиграть, но, по-моему, этого подсолнуха, да, 75 здоровья у него, да? Потому что он реально крутой. Если он все время попадает, он быстро за жизнь регенит. Останавливает себе. Ну что, ждем следующую игру, а посмотрим квесты. Так, это 1 из 3. Complete 3. А, первую игру нам засчитало, нам всего одну игру сыграть, и квест будет выполнен. Когда мы зашли, игра закончилась. Нам игру засчитало. Это хорошо. А, так. Не будет пускать, да? Тогда за кого бы поиграть? За кактус какой-нибудь? Нет, кактус не хочу. А, это сегодня бесплатно, да? Можно поиграть. Попскорн. Барбекю корн. И давайте обычным этим цитроном поиграем. Что-то мне захотелось с цитрончиком поиграть. Ну, чисто обычный мне нравится. Здесь графика очень красивая, видите? Прорисовка красивая на этой карте. Очень выглядит все классно. Вот на этой карте одна из самых красивых.
местности вообще в игре. Хорошо сделали просто разработчики. Постарались. Ой, я себе щит поставил, но его разбил просто. Так, а кто там, где там? Так, они уже там. Хорошо, кстати. Сделал я квест второй раз этот. Так. Это наши, да? 9 на 4, счет хороший. Дали ассист. Ассист мне тоже нужен, так что. Убегать тоже можно хорошо так. Сколько я поубивал уже их. Так, вот там All Star где-то стоит. Только непонятно, как по нему попадать. Уай! Почти убили. У меня сейчас щит еще спасет. Пару выстрелов можно по мне попасть. Сверху кто-то стреляет по мне. Попугай или кто? Да, попугай был. Ой, что здесь происходит? Как-то быстро убили вообще. У меня аж, по-моему, 50 здоровья было с чем-то. Как он так убил? Вот этот чувак убил. Не, ревайфиться не хочу. Лучше с полным здоровьем сейчас появлюсь. Всех поубиваю. Ассист дали, хорошо. Так, здесь наши. Вот там чувак, опять его убили. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто там по мне? Так, вампир подсолнух. Это наш. И погиб я. 5000 дали монет за квест. Это хорошо. Так, и надо сюда, наверное, идти. Хорошо убивается реально цитрона. Вот именно обычным. Не успел первую штуку. Ну как-то мне много урона нанес. А, его добили. И засчитали мне даже фраг. Я 5-й левел взял. Окей, сделали еще один квест. 5000 монет. Можно пак сейчас открыть. Сейчас посмотрю, что там еще с квестов осталось это делать. Но можно эпически делать квест, который 15 раз надо игру вот эту, по-моему. Без, не побед 15, а просто сыграть в этом режиме. 3 сразу награды.
6 ассистов, 8 убийств без смертей и 14 фрагов. Окей. Сейчас, давайте посмотрим квест. А, да, 25 игр. Можно играть, на самом деле. И ассисты еще сделаю. Правда, вот это не сделаем, но это за зомби надо. Можно делать. А, тогда пак давайте. Ах, не успел. Когда 15 секунд остается до конца, уже нельзя пак открыть. Ничего, все еще раз, наверное, два пака уже можно открыть будет. Смотрим, сколько там за одну игру дают монету. Сейчас 22 тысячи. Хотя там один, наверное, квест мы сделаем. 5 тысяч за него дадут. Колизей. Окей. Колизей для Цитрона неплохо, потому что очень много пространства. А Цитрону не нравятся места очень узкие, потому что ему неудобно там. Его легко можно найти и убить. А когда много мест, он может быстро передвигаться в этом... в форме своей шара вот этого. Куда-нибудь запрыгивать, издалека стрелять, в общем. Ну, на этот раз мы будем, наверное, за зомби, раз не пустило нас. За зомби поиграть. Ох, как раз растений много. Здесь на этой карте, наверное, растения чаще выигрывают. Или я не прав? Куда идти-то? Так, мы здесь спавнимся. Имп здесь, там инженер. Никого нету. Походу все по центру, да? Убил. Ну что ты сделаешь, чувак? Но он хоть знал, что так нельзя делать. Он хоть знал. То, что если бы он съел, его бы убили. Блин, это он? А, он не съест меня, кстати. Потому что я третий скилл, походу, использовал. Теперь я понял, как это работает. Третий скилл используешь, нельзя убить тебе. Тебя съесть нельзя. Но он меня все равно съел, у меня было мало здоровья. Я думал, его добили. Так, куда пойдем? Так, там никого, здесь никого вроде. Снизу вообще не факт, что лучше всего мне находиться. Лучше всего сверху. Блин, как я в ловушку попал? Ассист зато дали. Я кое сделал. Как тут много, да? Зомби много, растений нет. Я ему оглушение дал. Нифига себе, он быстрее меня, чем я вот на тройке вот этой. Ну, конечно, втроем они меня убили. Так. Куда бежать-то? А, внутри, наверное, все. В Колизее. Наш имп-робот. Что-то мало их. Все сразу поуходили, смотрите. Вначале было растений больше, чем нас. Начали проигрывать уже. Кто-то вышел. Кто-то, наверное, сменил команду. Что-то, да. Она думает, что так убьет этим скиллом или что?
Да, убивает она. 8% у нее, почти добил. Просто не было смысла стрелять, наверное, когда она в этой форме. Просто, когда я играл Розой, я использовал вот эту форму бессмертия, и меня часто убивали. Я просто не мог понять, почему иногда убивают. Соответственно, я думал, что сейчас могу какой-то урон наносить в этой форме. Да как он? Как он? Неужели это он меня так убил? Просто он как-то бегал и стрелял и попадал по мне. Видимо, потому что я толстый, меня легче убить. Ну просто я сам кактусом играл, так я навряд ли бы попадал. Прям бегал так во все стороны. Он как-то от балды на халяву у меня, наверное, убил. Вот он здесь был, его добили уже. Ну, их просто, смотрите, тупо обстреливают со всех сторон. Здесь нет смысла в Колизей спускаться, вниз выходить. Потому что мы уже контролируем как бы его. Поэтому нет смысла вообще ни в чем в этом. Чемпер здесь. Ой, я походу в ловушку попал, да? Походу да. Я что-то ее не заметил. Все, победа. Пока каждый раз, как я играю, всегда победа. В какой команде я не был бы, всегда победа. Но квест там не важно, победа, не победа. Просто надо 15 игр сыграть. Ну как они играют, смотрите, быстро, да? То есть можно реально делать спокойно. Так, а пак же забыл. Блин, уже два пака можно было открыть. Так, последняя игра. И, наверное, поиграем в другие режимы. Посмотрим. Давайте до 10-го качнем. Только смотрите. Респаун можно сделать? Кастомизейшн. Мне надо апгрейд сделать. Видите, зум апгрейд появился. Можно прицеливаться теперь лучше. Еще третий апгрейд какой-то будет. Наверное, у всех примерно одинаковые апгрейды. Зум и еще какой-то. Интересно, как последний апгрейд на каком уровне открывается? Так, ну надо держаться вместе. Вижу тут кого-то одного. Мы уже на позиции. Растений не вижу. А их, наверное, мало. Да, мало игроков просто. Да они здесь, кстати, все. Так, это наш. Я думал, сзади нас уже окружают. Окей.
Никого нет. По бокам всегда смотрю. По сторонам. Ну, я, наверное, по центру пойду. Кто-то здесь сейчас появится. Чемпер где-то есть. Поэтому мне надо быть аккуратным. Первую способность не использовать. Оставить на... Так. Теперь они, наверное, с другой стороны появятся, я так чувствую. Ага, цитрон я вижу. Слева добили. А при том, что этот убил сдалека. Каким-то образом. Так, ну что, надо помогать им. Счет 15 на 6, но это не значит, что мы победим. Если они как бы начнут вместе тусоваться, всех восстанавливать своих, у них как бы фраги... У них быстрее фраги пойдут. Спрыгнул, потому что меня бы убили. Добил. Ну, ему добьют. Нет? Блин, ему даже малого здоровья снял. Плохо попадал. Меня респавнят, это хорошо у нас будет. У них будет на меньше фраг на одного. Кто-то сзади добил. Нифига себе, он еще его резнул. Сейчас они могут так и отыграться. Опасно. Уже смотрите, у них 11 фрагов. Что надо быть поосторожнее. В первую очередь подсолнуха убивать этого надо. Что он может игру сделать. Да не сверху. Да не там. Как туда можно вот реально быстрее всего попасть? Через этот проход или еще какие-то варианты есть? Видите, как они всех тут убивают? Надо резать. Минус один фраг у них. Вот подсолнух, кстати, этот. Вот я его даже убил таким образом. Он высунулся и все. Это как пулемет стреляет. Да неужели никто его не мог убить? Меня второй раз этот чувак убивает. Так, меня ресают. Отлично. Десятый левел. Что-то здесь такое, смотрите. У нас два фрага и победа. Вот первый. Кого мы убьем? Еще одного надо, да. Это вы еще кого-то убили. Победа, победа, победа. Ладно, ребята, спасибо за просмотр. В начале следующего видео открою паки. И пойдем что-нибудь поиграем. Может быть, даже этот режим мне как бы понравился. Все. Подписывайтесь, ставьте лайк, увидимся. Пока-пока.